Папа, а можно тут это разъяснили туда? Я хочу на пряники. Ну, это мои дети. У меня их 53 ребенка. У меня в семье воспитываются дети разных национальностей. У нас есть русские, украинцы, немцы, башкиры, казахи, татары, цыгане, вот, японцы. Так, у нас есть национальность такая спорная, японец или китайцы. Вот, то есть разные национальности, вот, и корейцы. Поэтому и в конце концов, един Бог, едина вера, едино крещение. И поэтому дети, в общем-то, они приобрели семью, вот, и они то, что утратили в своей жизни, Бог как бы восстановил. Они приобрели семью. Вера, она объединила всех. А начиналась эта семья, ныне самая большая в России и, наверное, в Европе, немногим более 10 лет назад, когда в небольшой поселок Саракташ, что в 100 километрах от степного Оренбурга, приехал выпускник Московской духовной семинарии отец Николай Стремский. Напутствуя его, проректор семинарии сказал: «Едешь туда, как миссионер. В нищем и заброшенном, как все южноуральские села, полумусульманском Саракташе, за прошедший век православный храм действовал всего 20 лет. Ко времени приезда отца Николая в поселке был только молитвенный дом. Новая жизнь в приходе началась с реставрации закрытого при коммунистах храма, восстановление куполов и колокольни. Начали строительство нового здания для православной гимназии и духовного училища. Переоборудовали здание бывшей прачечной под церковно-приходскую школу. Вместе с приходом рождалась и семья. Пришла бездомная старушка, дети из дома выгнали. Попросилась жить при храме. Другая привела 8-летнюю девочку. «Возьми, батюшка, сироту. Отец пропал, мать убили». Потом из соседнего села привезли еще двоих. На последней стадии истощения детей. И пошла молва по краю. В Саракташе священник всех бездомных и сирот привечает. А отец Николай с матушкой Галиной ездили по приютам и детским домам. В один из них приехали крестить сирот. Голодные, грязные дети бросались к отцу Николаю. «Ты мой папа, забери меня, пожалуйста, отсюда». Взяли сразу 10. «Детей не выбирали», — вспоминает отец Николай. «Что Бог давал, тому и были рады». Так и пришли в семью 53 ребенка.
Сегодня о христианском подвиге отца Николая знает вся Россия. В 1996 году обитель милосердия посетил и благословил на дальнейшие труды служения одиноким и беспомощным патриарх Московский всея Руси Алексей II. Надо сказать, что дети, как правило, из неблагополучных, прежде из неблагополучных семей. Есть круглые сироты, скажем, вот одного есть такая семья, мальчик и девочка, у них мама сгорела, отца не было, то есть круглые сироты, хорошие дети. Есть у меня также очень маленькие, и это вот отказные, мы взяли их из роддома. Судьба у них очень тяжелая, потому как они, как правило, нежеланные были дети. Это отрицательно отразилось на их психике. Находясь в утробе матери, мама, которая носила их, это была ее как бы нежелательная беременность, как правило. Родила его, тут же отказывается от него. Ребенок, уже находясь в утробе, он же чувствовал, понимал, что он не нужен этой матери. Он уже перенес на себя страх. Многие сделали аборт, это ужасная вещь, ужасное преступление. В этом случае Бог дал, они родились, слава Богу. И некоторые прям там были оставлены в роддоме. Мамы отказали, написали свое письмо отказное. Некоторые отказались уже, когда им было 2 года, некоторым, когда им 3 года. А некоторые дети были отобраны у этих неблагополучных семей. И на сегодняшний день у этих детей, а их 53, я являюсь папой для них, а моя жена, матушка Галина, это мама. Других у них нет папы и мамы. Их судьбой никто не интересуется, совершенно никто не интересуется. Первый, когда детей взял на воспитание, вот, они сразу прям папа, прежде всего. И даже они хотят называть папой, естественно. Вот, Настя, я только пришла к нам, ей было, значит, когда 3 года назад, ей было, сейчас скажу, ей было 7 лет. Да, ей уже 10 лет. Так вот она пришла, и первым долгом, значит, она даже подчеркивает, папа, папа, она прям подчеркивает, что вот ты наш папа, да, ты ему папа. И это, им это приятно, им охота. И вы понимаете, в этом же их стабильность. Они понимают, что вот у них не было папа, вот папа, вот папа, и все, они тем более подчеркивают перед взрослыми, перед детьми, что это мой папа, подбегает, там, обнимает, хватает, это папа, папа. Все. Это так заложено у них, понимаете, там, как они хотят быть полноценными, хотят находиться в полноценной семье, хотят иметь папу и маму, это естественно ребенку. И вот, пожалуйста, ее мечта сбывается, у нее появился папа, который любит ее, заботится. А родного папа она глаза не видела и не знает его. У этих все проще, которых мальства брали из дома родного ребенка или с роддома. У них еще проще, потому как они, для них для другой жизни нет, другого папы и мамы не видели глаза. Если кто-то, допустим, видел, допустим, Настя, она еще видела маму свою. Хотя никакого интереса. Сейчас сказать, поедешь к маме? Она не захочет туда поехать. Она не хочет туда ехать. Вот они все стремские. Значит, соответственно, отчество все Николаевичи и Николаевны. В центре затерянного в бескрайних степях невзрачного поселка, каких в провинциальной России великое множество, чудесным образом вырос целый православный городок. Купола его храмов, резные декоры окон и крыш, краснокирпичные стены и ограды, характерные для среднерусских кремлей, поразительно напоминают Свято-Троицкую Сергиеву лавру под Москвой. Там в семинарии учился отец Николай, и по образу этой святыни, основанной преподобным Сергием Радонежским, построил свою обитель. Троица Сергиева Лавра, как признается он сам, это фундамент его жизни. Один из храмов обители стал семейной церковью для детей. Никто из них до прихода в обитель не был крещен, никто никогда не переступал порога храма. Для большинства своих детей отец Николай стал и крестным отцом. У всех гостей обители возникает один вопрос. Да, не хлебом единым, но все же, на что содержать 53 ребенка, если одного-то в постперестроечной России часто не прокормить? Ведь просить государства о помощи бессмысленно. Дай Бог, лишь бы не мешало. Видимо, социальная жизнь этой семьи – такое же чудо, как и создание обители. Одно лишь известно – и в России, и за рубежом немало жертвователей, милосердных христиан. Их состраданием и своими трудами живет и семья, и вся обитель. То есть у нас нет бюджета семейного. Вот деньги, мы можем планировать, мы не можем планировать. Помощь от государства никакой. Ну то, что вот усыновленные мной дети, 24 ребенка нами усыновленные дочерины, на них вообще ничего. А то, что
которых под опекой, то чисто символическая сумма, знаете, такая сумма вот на всех детей получается в месяц $300. За свет только в месяц $400 плачу я, только за свет. А уже не говоря коммунальные услуги, уже не говоря за газ, который здесь также платить, уже не говоря, что надо купить одежду, нужно накормить и прочее, прочее. То есть, надо сказать, что государство не помогает. Нет такого закона, на котором бы они имели право нам помогать. Да, вот такой парадокс, конечно, такой. Вот тут очень, я бы сказал, несовершенство нашего законодательства. Серьезное несовершенство. То есть, если ты хочешь содержать ни на кому не нужных, выброшенных людей, совершенно выброшенных людей, престарелых, если ты хочешь заниматься воспитанием сирот, если ты хочешь вести очень нужную социальную работу, то прежде чем тебе заняться этим делом, ты должен начать обязательно зарегистрироваться, что мы и сделали, для того, чтобы и переживать очередь налоговой инстанции, чтобы ежемесячно платить налоги. Это парадокс, конечно, это парадокс, я скажу. Тут очень интересно. Я еще таких не видела. Они меня спрашивают, а у вас мама есть? Я говорю, да нет, умерла. Они говорят, ну тогда давайте мы вас папу попросим, чтобы вы тоже Стремской были. Он же говорит, у нас же, он же всех, говорит, берет. Или у бабы Маши, говорит, тоже папа погиб на войне, тоже ее попросим, чтобы она Стремской была. То есть они всех готовы свою семью взять. Или вот, например, однажды, я помню, вечером мы сидим, смотрим в окно. Осень была, холодно, и тоже так смотрит в окно один из них, говорит, бедные сейчас нищие. Я говорю, да, Толь. Они некоторые под заборами, да, я говорю, да. Некоторые в лесу, да, я говорю, да. Надо будет тогда сказать нам папе, чтобы, говорит, нищих собирать. Я говорю, ну давайте, скажите папе. Они, да, вот мы будем ходить и по лесам. Один испугался, говорит, нет, по лесам-то уж не надо, по лесам пусть папа послушников пошлет. Мы, говорит, здесь по дворам будем ходить. Сказали батюшке, я говорю, батюшка, вот так и так, собираются нищих собирать. А батюшка ему говорит, а как же, говорит, будете нищих собирать? Надо же, говорит, конфетку откусил, половину нищему дал, это же надо себя отрывать. Они в буквальном смысле все поняли. Ну ладно, хорошо, откушу, отдам. А как же куртку тогда, говорит? Что же, один рукав на себя, один нищему, что ли? Ну они маленькие же тогда были. Ну наши дети, конечно, трудятся, но малыши пока какой от них может быть труд? Они на огороде в основном. Да, и вот батюшка им дал послушание, папа, сделай забор. Вот они сами делают забор. А вот старшие мальчики, они работают у себя на участке. А сейчас пока огород у них огромный, они целыми днями там пропадают. И сажают, и вот цементируют дорожки. Свиньи, кролики, собака. А девочки тоже у них утята. И потом они рукоделием занимаются. Все умеют шить и вязать. Ну а малыши также им помогают во всем. На огороде работают, у каждого свой огород, и у малышей свой, и у старших свой. И каждый, в общем-то, кормится со своего огорода осенью. Да воскреснет Бог, расточится в России, и добежат от лица его ненавидящие его. Як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня. Вера? Ну, мне кажется, вера – это их жизнь, у них просто неразделимо. Они причащаются же каждую неделю, и даже чаще порой. Батюшка иногда говорит им, кто желает, говорит из вас, можете сами поститься и причащаться. Вот они уже отставляют там, например, что-то вкусненькое дают, они отставляют. Нет, я сегодня буду поститься, а завтра причащусь. Да, они основные молитвенники этого храма. Насколько удается молиться, это сложный вопрос, потому как они дети, они будут пошалить, даже в храме пытаются шалить. Но главное, у них есть храм. Они здесь каются, они здесь причащаются, они здесь принимали таинство крещения. Вся жизнь очень связана с храмом. Дай Бог, чтобы и остальная долгая жизнь тоже была связана с храмом, чтобы они без храма никуда. Я бы хотел видеть будущее, чтобы они были, где бы они находились, чем бы они ни занимались. А их занятие, конечно, должно быть очень приличное, их звание православного христианина. Главное, чтобы они были людьми и человеками, чтобы они помнили, что над ними есть Бог, чтобы они могли храм Божий посещать и могли своих детей вот, воспитывать в вере православной. Где бы ни находились, чтобы они были человеками прежде всего. Небо,
Многие стремские учатся в православной гимназии преподобного Сергия Радонежского, открытой при обители. А на основе гимназии создано епархиальное духовное училище. В нем два отделения – пасторское и регенское, но скоро добавится еще два – катехизаторское и сестер милосердия. Каждый год его выпускники поступают в семинарии крупнейших городов России. Все ученики гимназии и духовного училища – тоже члены большой христианской семьи обители милосердия. В них видит отец Николай будущих миссионеров. Отсюда они должны унести с собой твердую веру и любовь Господню к страждущим и обездоленным. Пришел в духовное училище, чтобы о православной вере узнать, чтобы быть просвещенным человеком. Другие, да, другие колледжи, другие школы, то есть университеты. Да, это, конечно, это круто, ничего не говорю, это очень так престижно. Вот. Но мне охота в духовное училище, потом в духовный семинарий. Я как-то уже привык, вы знаете, я с маленького детства, у меня бабушка живая, наставляла меня, водила в храм с маленького детства, крещенный я в младенчестве, вот, и у меня уже, можно сказать, я как в поколение уже, не то что ради традиции, а просто у меня душа рвение есть к православию, духовное постижение. И я честно скажу, если бы я сюда не приехал, в обитель, то я бы не знаю, кем бы был. То есть сейчас же у нас молодежь, она очень такая, можно сказать, не скажу распущенная, можно сказать, вульгарная такая. То есть, ну, сейчас и наркота, и пьянка, и все прочее. Может, я, если бы не попал бы сюда с Божьей помощью через отца Николая, если бы отец Николай не пригласил нас сюда, то б, не знаю, почему случилось. Церковное образование, собственно, это... Мне кажется, что это основное образование, потому что через это мы становимся русскими людьми. Когда провожу экскурсии, я вижу, что люди, они практически ничего не знают о христианстве. И на меня смотрят вот с такими глазами, потрясенными. Хотя у меня экскурсии для маленьких детей, а даже взрослые стоят вот потрясенные, вот, потому что они об этом ничего не знали. И вот вкладывается уже раздумие на эту тему. Я приехал, когда в Саракташ, и увидел эту обитель. Я иду, значит, в Саракташе никогда не был, вот я иду сюда, такой серый, невзрачный поселок, и вдруг открывается панорама, как какой-то сказочный городок даже, вот так можно сказать. Потрясает, наверное, так, что вот есть еще у нас милосердие, есть у нас добро. То есть идет такой свет, которые охватывают все больше и больше людей. Приезжают из разных мест, из Москвы, вот, из Оренбурга, из соседних областей, даже вот из-за рубежа приезжают. Мне кажется, что вот это главное вот в этой обители, что она вот свет разносит по разным уголкам не то что нашей страны, а даже нашей земли. Получилось так, что я приехал сюда, в Саракташ, в качестве настоятеля молитвенного дома. И в 92-м году бабушка ко мне приводит двух детей и говорит: «Батюшка, возьми, пожалуйста, на воспитание». Я слышал, у тебя открылся Дом Милосердия. А Дом Милосердия открылся тоже, так совершенно случайно. Я купил дом под гостиницу, пришла бабушка, попросилась вот пожить, потому как дети выгнали из дома. Я оставил, она так осталась жить. Другая пришла, третья, вот, и сами дали название. «Батюшка, прими нас, у тебя Дом Милосердия». Сами даже назвали. Сам народ сам назвал, Дом Милосердия. А помощь от государства никакой? Нет, они знаете, как говорят государство? Вы на себя взяли эту проблему? Вы решаете ее? Вам тяжело? Хорошо. И давайте заберем с вас эту проблему. Я готов забрать их всех. Ну, по домам престарелых растолкать и прочее. В чем-то они, конечно, и правы. Но вопрос в чем? Те бабушки, которые пришли сюда, они верующие. Они хотят свою жизнь кончать при храме Божьем. Они хотят именно эти условия, они хотят именно этот уход, это внимание, эту любовь, понимаете, они хотят.
И, значит, что также и дети. Они не имели бы того, что они имеют здесь. Вот, хорошо. Еще. Вот. Глазки хорошо, Машу хорошо видели? Вчера хорошо мыли. В ванне было. В ванной какая хорошая. Хорошо, дай Бог батюшке здоровья нам. Да, ремонт какой сделал. Я его никогда не могу без слез моего говорить. Говорю, что я, как только про отца Николая говорит, так слезы льют. Дай Бог ему здоровья. Да, дай Бог батюшке нашему здоровью. Сколько ему сил нужно, денег, средств. Ой, Господи, помоги. Посмотри на него. Вот. Заходит часто к нам сам. Вот зайдет, сразу радость принесет. Господи, спасибо, Господи, помилуй. Дай Бог им здоровья. Дай Бог им терпения с нами. Ведь нас здесь много. Если бы не он, куда бы нам деваться, не знаю, этим старухам. А то у нас собирается в кучку и в кучку. Вот все как раз собралось, да, тут не знаю сколько. Много нас здесь. А юный, где я, в краю родном, где я любил, где отчий дом. И как я с ним навек прощаюсь, я слышал звук в последний раз, и много нет теперь живых, тогда веселых молодых, и уж не я, а утесон. В раздумье петь вечерний звон, бом, бом, бом. Благослови душу.
не вмещает уже храм обители, идущих сюда со всей России богомольцев. Потому строится сейчас новый храм во имя Пресвятой Троицы, который станет сердцем обители и ее главной святыней. Строится по точному подобию Оренбургского Казанского собора, одного из самых величественных храмов прежней России, взорванного большевиками 70 лет назад. Строится, как и повелось на Руси, всем миром, в долг, когда люди собирают не по рублю даже, а по кирпичику. И верит отец Николай, что и звон колоколов обители отзовется в сердцах, в которые возвращается вера. Дети, они видят вокруг себя созидание. Строится дом, где они живут. На их глазах строился дом, надо сказать. Теперь они в этом доме живут, благоустраивается территория. Строится храм Божий, честь Святой Троицы, очень важно. И они в этом участие принимают. Каким образом? Я вот буквально вчера говорю, дети, давайте помолимся. Сейчас не хватает средств, попросим у Господа Бога средств. То есть тоже в этом участие их не есть, они молились. То есть вокруг них идет созидание. Это тоже воспитание. И я думаю, что они будут строить в своей жизни, дай Бог, храмы, строить дома. Они будут созидать мир в своей душе с помощью Божьей и вокруг себя. Потому что много было разрушителей. Разрушать может каждый, а созидать могут только избранные. Поэтому дай Бог, чтобы они были относились к избранным, чтобы они вот, созидали нашу маленькую Россию. Обитель милосердия – это маленькая Россия, маленькая капля в общее дело созидания России.